Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Коммунальщики вступили в весенний сезон. Началась уборка улиц от пыли, грязи и мусора. На улицах города работают дорожники. Так, на проспекте Красной Армии до северного поселка ведется ямочный ремонт. Количество машин на проезжей части значительно сократилось, поэтому работы проводятся без автомобильных пробок. Вдоль дороги мусор убирают дворники. Проезжую часть вычищают щетками специализированные машины. Работники предприятия «Горзеленхозстрой» продолжают ремонтировать мемориал славы. Капитальный ремонт монументальной композиции запланирован после самоизоляции. В центре Сергиева Посада проводятся работы по модернизации системы оповещения населения. От мемориала «Вечный огонь» до перекрестка с «Зеленым переулком» на столбах установят 45 громкоговорителей, способных воспроизводить речевые обращения и сигналы гражданской обороны. Технически устаревшие репродукторы будут демонтированы вместе со старыми коммуникациями.